Народ, всем пламенный хелло, присутствует на канале Race Family Van из жаркой солнечной Флориды. Я сейчас нахожусь в Infinity Center, город Нейплс, Флорида. И, естественно, по предзаказам на QX80. Все знают, я показывал уже на выставке в Нью-Йорке QX80. Вот-вот он должен к лету, обещают, что он уже появится. Сейчас пойду, у меня есть два предзаказа. Третий потенциально возможно. Сейчас пойду пока выяснять, когда будет, если информация более точная, какие комплектации, по каким ценам они обещают. Ну и, конечно, подспутно покажу площадку, сколько новые, если будут с пробегом, сколько стоит. Но вот там вот на Infinity я вижу минус 12 тысяч офф. Поэтому, в общем, все как всегда. Репортаж с места событий из жаркой солнечной Флориды. Всем большой привет! Ребята, смотрите, QX80 предыдущий, $700 лис на него, ценник на новый, это люкс 4WD с раздельными задними сиденьями, стоимость $80,000, ну лис, наверное, хорошие условия, но вот там написано 12% off. Так, ребята, сейчас вам все покажу, расскажу, значит, есть вводные. Сделал даже фотографии, сейчас отправлю уже ребятам, кто интересуется. Ну и вот давайте посмотрим пока. QX Infinity, QX60 и 51 тысяча. Значит, ребят, я уже говорил, что она всегда 3,5-литровая, и у нее всегда автоматическая коробка. То есть здесь уже у нас тоже нету нигде вариантов с вариаторами, да. Не забываем про это, поэтому... имейте в виду, вот видите, 3,5 литра, 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия и 295 лошадиных сил. Кстати, не очень-то уж много, но в принципе до 3 лет включена, скажем, maintenance. Ну, про Infinitos я вам показал. Давайте вот еще покажу. Это у нас, не знаю, какая сейчас, посмотрим, какая комплектация. Почему-то у него стоит как будто с пробегом, он 24-й год, QX60, тоже 3,5 литра, и смотрите, 67. Ну, это, я так понимаю, sensitive комплектация, это, наверное, максимальная, да. Это типа с небольшим пробегом. Сейчас даже попросил распечатать вам бумажки, чтобы можно было показывать, а это, смотрите, это тоже Infinity. Кто узнает старого доброго Максимку, Nissan Maxima, помните, есть? Был такой очень красивый автомобиль. И вот он, посмотрите, в своем практически первозданном виде. Но это Infinity. Вот это вот большая длинная фара, помните? Есть хорошая пословица, все новое, хорошо забытое старое. То есть раньше вот это вот было целиком, потом все пошло разделение, и снова. И сегодня мы снова с вами получаем фары, которые идут во всю задницу, вот так давайте скажем. Слушайте, салон, посмотрите, в каком идеальном состоянии. Посмотрите вообще просто. Я даже не знаю, сколько эта машина стоит, она, по всей видимости, не знаю, продается, не продается. А помните вот эта вот кочерга? Привычная такая, у всех и у Toyota такая была. Вот это вот дерево, музыка, еще кассетник, смотрите, магнитофон. Шикарно. Шикарно. Панели дверей вообще. Ну, мне кажется, что все это перетянуто дело. Тем не менее, может быть и новое, конечно, не знаю, так выглядит. Потому что здесь вот все, смотрите, и пластик, и все, как будто машина только что с... Блин, белая крыша. Как будто только что с конвейера. Шикарный вид. Просто бомбические ручки эти. Прям вообще ностальжи. Ну что, ребята, пойдемте на площадку, там посмотрим на ценники. А я вам потом расскажу про QX80. Так, ну что, ребята, смотрите, 12 тысяч офф. 12 тысяч скидка. Здесь, кстати, рядом Volvo сразу. Ну, это у нас китайский автопром. Спрашивали, есть в Америке китайский автопром? Да, есть. Volvo. Так. Ну, что тут у нас по цене? Значит, цена у нас на новый Infiniti 86 800 и 12 тысяч скидос. Ну, более чем. Так что, кто хочет себе последний из Магикан 5.6, это 400 лошадиных сил.
15 миль на галлон, как мой Раптор кушает. И вот, пожалуйста, 92 это сенсор. Это максимальная комплектация, 92 и минус 12 тысяч долларов скидка. Погнали с вами дальше. Вот нормальная машина стоит, да? Да нет, Infiniti тоже классная, ребята. Ничего не могу сказать. Так, сейчас с вами посмотрим. Черненький, золотистенький. Значит, это у нас опять люкс-комплектация Infiniti QX60 и 60 тысяч долларов. Черный. Так, 51 тысяча долларов, 295 уж не сил, все то же самое, и 51 тысяча черный. Слушайте, конечно, шикарный цвет, а вот еще шикарное авто, это самое шикарное авто. Кстати, сейчас посмотрим на него на цену. Так, полный привод QX50 и QX50S. Полный привод. Так, сейчас я в свой Telegram, ребята, выложу. Ребята, кто у меня в Телеграме подписан, первыми получают информацию, поэтому подписывайтесь на мой Телеграм, там машины и цены. Кому нужна сжатая информация быстро, для тех, кто занимается перепродажей, для тех, кто ищет авто. Очень, мне кажется, полезный ресурс у меня получился. Там просто машины и цены. Так, 24-й год, 50-47, 585, это у нас 300 лошадиных сил, 3 литра. Twin Turbo V6. Ну и S-очка очень красивая, тоже полноприводная версия. Вот что хорошо, молодцы. В основном полноприводные версии. А, здесь у нас 400 лошадей, 3 литра Twin Turbo, 62 800 цена. Ну, это новое авто. Погнали с вами дальше смотреть, что там. Шикарный, роскошный. Это даже он не белый, ребята, он перламутр такой, знаете, перл прям, да. Шикарное авто, X7, смотрите, с порожиком, все дела. Сансофин. Ну, в принципе, все по фэншую, короче говоря. Harman Kardon стоит. И 78 тысяч, ребят, 24-й год, пробег 21 тысяча. Вот вам, пожалуйста. X5. Это трешечка, это, кстати, у нас тоже трешечка, 40i, трехлитровый. Так, вот 40i, 22-й год, возможно, уже 21-й, потому что если там август 21-го, то он, они ставят иногда 22-й. 39 тысяч пробег, 3 литра, цена 48 900, цвет металлик, сиденье, слоновая кость, очень красиво смотрится, кстати. Так, Aviator. Ребят, Линкольн, Умар, тебе привет, как раз таки сегодня ты писал, спрашивал, вот, значит, ребят, шикарное авто, очень навороченное, куча опций, все, но, ребята, очень тяжело для растаможки и налогов впоследствии. Вот 21 год, пожалуйста, 3 литра, 23 тысячи пробега, авиатор, цена 44 900, да, все хорошо, но, ребята, 3 литра, как бы, и у него, по-моему, 400 лошадей, сейчас я скину, кстати, вот тут тоже в Телеграм и посмотрит, как раз таки Умар тоже. Так, это у нас тоже бэушка. Куик 60. Это, по-моему, сенситив. Нету на нем ценничка, к сожалению. Так, это у нас с вами... Что тут такое? Это у нас QX50. Есть цена, есть пробег. 21 год, 6350. И цена 33 900. Это шикарное авто. Очень даже. Так, ребят, сейчас пойду показывать вам ценники. Но новые примерно понятно. Там есть вот и бэушка, и новые. Сейчас посмотрим. Инфинитосы, какие комплектации. Там не только Infiniti. То есть там сейчас как бы глянем с вами по ценничкам, что там как. Сейчас на склад прям заедем. Мне разрешили, поэтому... Ой, сколько... сколько 60, так вот, пожалуйста. Сколько угодно. Любые цвета и комплектации. Ну и, в принципе, вот с этими тоже, с 80-ками тоже проблем нету. Давайте глянем.
Так, ну давайте глянем быстренько. Это у нас еще стоят с пробегом. То есть там новые смотрели, а вот с пробегом. 21 год, 47 тысяч пробег. V8, цена 46 400 за Infiniti. Белый на черном. Это уже у нас обновленный. То есть экран уже вынесен. Так, еще один вариант вот такой вот. 23-й год, 14 тысяч пробег. Смотрите, 63 тысячи. Тоже надо уже в Telegram выкладывать. Так, ну давайте продолжим. В Telegram только что выложил. Народ там уже рассматривает. 23-й год, 5700 и 70 тысяч долларов ценник. На вот таком вот салоне. Это явно сенситив комплектация. И, мне кажется, да, капитанский. Здесь у нас капитанские кресла тоже. Это сертифицированные машины, ребята. То есть это у нас дилер продает. Так, погнали дальше. Это, кстати, 60-ка предыдущей генерации. 20-й год, 25 тысяч пробег, 3,5. 31 492. Так, 60-ка свежая, ну, последней генерации. Ну, тут явно тоже sensitive комплектация. Не пишут комплектацию здесь. 26 миль пробег вообще. Почему-то она как бушка стоит. 3,5 и 67 400. Quick 60. Очень-очень красивое авто. Так, тут у нас еще 60-ки, там 50-ки стоят. Ну, давайте еще вот такую глянем. 20-й год, 3,5, 30 700 по цене Camry, ребята. Infiniti QX60 по цене Camry. Шикарная машина. Если ее взять, тем более сертифицированная, она еще на гарантии, вот кто приехал. Так, ну и здесь у нас с вами, а где ценники-то? Я не вижу ценники. Так, сейчас посмотрим. QX50, полный привод QX50, selling price 31 тысяча, QX50 35 тысяч, 31 тысяча, тоже такой вот черненький, симпатичный. Так, ну и давайте посмотрим, что там. Там у нас одни 60-ки, тоже стоят 60-ки, 50-ки, там их так много, капец просто. Ну давайте посмотрим, что у нас есть, если есть ценники. Есть уже ценники. F-150, номер один в США, каждые 55 секунд машина выпускается. 66 тысяч пробег, 5 литров, ничего себе, почему он 5 литров, непонятно. Ну ладно, не суть, 46 500. Вариант комплектации. Еще один XL и комплектация. XLT, простите. Комплектация. 46 400. Так, бэшечка, бэшечка черная. Ой, а мне сейчас только что писал. Человек ищет для жены именно восьмерку. Это как раз-таки 840-я. Сейчас мы ответим Григорию. Так, а нету на ней прайса, блин. Вот так вот ответил, блин. Ну ладно. Будем посмотреть, будем узнавать. Кстати, с лазерными фарами. Напишите, кому надо будет. Так, Lexus. Есть цена. Lexus 20-й год. 40 тысяч. 3,5. Цена 36 900, ребят. С световым салоном. Идеальнейшее состояние светового салона. Прям шикарная. Так. Convertible. Это четверка. Четвертая серия. 31 тысяча пробег, 2 литра. Ценник 48 400. Это у нас, по-моему, двухлитровый двигатель. Да, 430-я. Lexus. Lexus ES350. F-Sport комплектация. Давайте сразу тоже. Блин, а где? Почему на BMW они принципиально, что ли? А, еще не выкупили машину. Видите, она стоит, но еще не выкупили. Со световым салоном.
Так, это у нас пятерка, 23-й год, 5-я серия, 21 тысяча пробег, 2 литра двигатель. Смотрите, какая цена, 44 500. Это у нас 530-я монопривод. Ну, шикарное состояние салона, даже отсюда видно. Ничего нету. 330-я, что-то много BMW набрали. 330-я, 23-й год, 31 тысяча пробега, 2 литра, 34 500. Без 8 долларов. Так, ну и Infiniti, коль уж я вам тут стал показывать. Это лонговая версия Q70L. Видите, у нее такая вот удлиненная задняя часть, такой кузов интересный. 3.7 надпись. тысяч пробег, 3.7 и 21 200. Очень дешево, очень дешево просто. Мне кажется, на аукционах за такую цену их даже не возьмешь. А тут официальный дилер продает сертифицированные машины. Так, 20-й год, QX50, 46 тысяч пробег, 28 400. Черный с черным салоном. Ну и вот этот вот. Очень, кстати, красивый автомобиль, на самом деле, нету на него, зараза, прайса, по-моему. QX55. Сейчас посмотрим, может, новые там стоят. Хоть новые вам бы заснять по ценам, а так... А, подождите, вот... А, нет, только керамик-котинг они добавляют. Видите, это, короче, дилер-фи, $900. На них на всех будет $900. Но можно побиться немножко. Так, и еще один Infiniti. У меня вот этот вот... Q60, 20-й год, 43 тысячи пробег, 3 литра и 38 900. Ну, это, мне кажется, для внутреннего рынка отлично зайдет. Итак, ребята, пойдемте посмотрим с вами, что же мы по QX80 я скажу. Потому что, ну, я вам все основные модели показал, ценники показал, примерно все всем понятно. Давайте теперь по бумажкам. Так, итак, ребята, 25-й год, Infiniti QX80, который долгожданный. Значит, вот у них получается 1, 2, 3, 4 будет комплектации. Pure, Lux, Lux, Sensory и автограф. Значит, это описание, что здесь есть. Значит, единственный момент, который сразу поясню. Все, за исключением автографа, будут иметь диваны. То есть у них будут и диваны, и капитанские кресла опционно. Только автограф, версия самая крутая, ее с диваном не будет ни в каких видах. То есть всегда капитанские кресла по умолчанию. Раз. Если вы хотите себе массаж задних сидений и так далее, то это только здесь. И сенсоры, и автограф идут только с полным приводом. В случае Pure и в случае люкса мы будем, видите, выбирать. Тут на самом деле разница в цене не сильно большая, но можно выбрать задний привод или полный привод. Ну, естественно, все будут выбирать полный, поэтому вот вам как бы разница получается примерно в $3000, что, в принципе, не сильно существенно на такой этой. Далее, значит, у нас будут все варианты по цветам. Вот мне тут дали, сразу распечатали. Значит, все варианты по цветам. И автограф всегда двухцветный. У него будет B-Cover, но черный будет черный. То есть крыша всегда черная, и только в одном случае с цветом вот этот вот Dynamic Metal, по-моему, да, вот здесь вот, вот он будет у нас, как бы там, короче говоря, с черной крышей, будет еще какой-то вариант с металлической крышей, типа серой крышей. Ну, на фотографиях можете посмотреть в конфигураторе. То есть, итого, ценники, плюс, конечно, здесь еще будет Destination, то есть MSRP, Destination и так далее, да, то есть, ну, вот вам ценники. То есть, фактически, я думаю, что все будут брать вот этот вот и вот этот вот вариант, и, соответственно, мы с вами понимаем, что плюс налоги будет 110 и 120, соответственно, ценники на этот замечательный автомобиль. Ну, вот вам, как бы, расклад. По цветам, там большое множество цветов и один новый цвет, все. По сути... Вот экстерьер ковер, видите, вот они. Вот они дали. Вот. Можно будет брать двухцветные. Моноцветные тоже будут.
Вот какие доступны цвета. Поставьте на паузу и посмотрите, кому надо. Сейчас я в телеграм-канал у себя эту информацию выложу уже. Заказы принимаются. Ребят, предоплата у них $3000. Они берут предоплату за то, чтобы можно было заказать машину. Сейчас какие будут неизвестны. Если вы хотите заказную себе полностью собрать, то подождать нужно будет примерно 3 месяца. Срок ожидания по предзаказу. Все, ребята, поехал я дальше снимать вам видос про Мустанг. И пока-пока, увидимся.